нам, дорогие друзья. Поздравляю всех с Международным днём йоги, который празднуется в день солнцестояния. Солнце, как светило нашей Солнечной системы, освещает, направляет нас, как и йога может стать нашим источником света, направлять нас как божественный, как дух. И для меня йога стала таким спасительным лучиком, который сохранил мне здоровье, потому что я увлекался и увлекаюсь экстремальными видами спорта, как сноуборд и горный велосипед. И последние 10 лет я не только преподаю йогу, но еще и занимаюсь фридайвингом, где осознанность и спокойствие, и особенно искусство дыхания, пранаяма, являются основой фридайвинга. И постепенно практика йоги становится не только физическими и дыхательными упражнениями. Мы начинаем осознавать, что это прежде всего ахимса, не насилие, не навреди себе, другим, природе, живым существам. И как великий популяризатор йоги, великий йог Айенгар сказал, когда я практикую йогу, я философ. Когда я преподаю йогу, я ученый. Когда я демонстрирую йогу, я художник. Я желаю всем также глубоко познавать йогу и себя, и свой жизненный путь как реку, которая течет плавно и наполняет нас изнутри. Я Алексей Байков, преподаватель Международного йога-альянса. Благодарю. Намасте.